Засними ты такой, ладно? Тили-тили! Тили-тили! Твари-твари! Rappers, you would swear I had a hit list. Holy shit. Melissa, it's like driving clutch. Вот видишь, ты меня заставляешь ходить автохтонно, смотреть и говорить. Well, well. А кто-то у нас тут родился. А я хочу быть Винни-Пухом. Ну, пойдем купим Винни-Пуха. Вот Пумбу возьми. Нет, я хочу Винни-Пуха. Ну, пойдем купим Винни-Пуха. Well, well, well. Где well, это у нас этот Винни-Пух? А приехала я, короче, такая в Колизей. Мне здесь очень нравится. Видите, здесь очень старый дом. Здесь остались вот одни кирпичи. И даже стекол в окнах не осталось. Древнеримских, понятно, сколько лет прошло, лет 30-40. А вот здесь вот на площадочке внизу бассейна, короче, там были бои. Дрались гладиолусы. На мечах. Круглых. Вот. Я хочу фреш. Совершенно верно. Да, я здесь. Приехала я, короче, такая в Венецию и заодно в Италию. Мне здесь очень нравится. Я сейчас на площади Сан-Марко. И здесь очень много классных достопримечательностей. Вот, например, дворец Доджи. Просто многие спрашивают, алло, а где в Венеции вообще все машины? Как где? Вот, пожалуйста, ряд целых гаражей с машинами. А еще есть известная башня. Она, если быть точной, построена аж
давно, и построена она не случайно. Она построена для лифта, который вас подымет на высоту 96 метров. Ну, греки не дураки, конечно. А еще здесь, короче, есть такая тюрьма, из которой когда-то и куда-то бежал Джакомо Казанова. И, кстати, его пока так никто и не нашел. Джакомо? Подождите, пожалуйста. Давно обещал тебе, и наконец-то выполнил свое обещание. Хочу подарить тебе телефон. Очень классный. Нет, а что Samsung? Он классный. Я классный же телефон Samsung. Я даже на Samsung снимаю. Я хотела iPhone, да. Нормальный телефон же мне. Я же тебе сказала восьмерку. Это что за хрень? Он тоже. Блин, нормальный. Иди ты нахуй. Дура, блядь, иди догоняй, ебан. Я сейчас обратно закину. Истеричка, блядь. Подожди, стой, блядь, стой. Да нахуй не нужна, братан, блядь. Здесь, блядь. Ой, блядь. Тут живой еще. Дебил, блядь, я же сказал же, нахуй не нужна, не дари. Все, больше. В таком в твердом переплете, достаточно такая интересная. Называется эта книжка «Тык-дык». Ну и что ж, начинаем читать эту книгу. Открываем первую страницу. И что мы здесь видим? В некотором царстве, в некотором государстве сел Иван-царевич на коня и поскакал. Тык-дык, тык-дык, тык-дык. Тык-дык, тык-дык, тык-дык. Следующая страница. Тык-дык, 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 тык-дык. Переворачиваем. Тык-дык, тык-дык, тык-дык. И вся книга идет в тык-дыке. Вот так и да тык-дыкали мы до последней страницы. И что же мы здесь видим? Тык-дык, 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 тык-дык. И прискакал. О, Господи! Ребята, я не знаю, что как. Я заправился на заправке Бетли. У меня шум появился в моторе. Сначала кир-кир-кир-кир-кир, потом кадар-кадар-кадар-кадар, потом кадар-кадар-кадар-кадар-кадар, потом ганды-гадыр-ганды-гадыр-ганды-гадыр, потом все, крякнул мотор. Скажи, если 5 раз кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат, это значит клапана, а если 7 раз кат-кат-кат-кат-кат-кат, это значит распредвалу пришла. Такой аппарат, а смотри. Салон с баяна. А двигатель родной стоит? А с чего движок стоит? Тоже BMW? Двигатель BMW стоит. Конечно, а
Да ладно, смотри. A few moments later. Вот это сил дает! И запиши меня. Пойди, пойди, нам не бойся. Пойди, 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 пойди. Tina Corsa. Ready, money, coca. Stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not.